И сегодня, несколько часов назад, информационные агентства сообщили первую оценку прошедших митингов со стороны президента России Дмитрия Медведева. Вот цитата. «По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они вчера и сделали. Хорошо, что все прошло в рамках закона. Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. Тем не менее, мною дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающиеся соблюдения законодательства о выборах».